Петр Порошенко в преддверии годовщины трагедии в Одесском доме профсоюзов решил ввести в город дополнительные подразделения полиции и нацгвардии. Во всяком случае, об этом в эфире украинского телевидения заявил губернатор области Михаил Саакашвили. По его словам, приказ был отдан прямо при нем во время встречи с президентом. Свои слова Саакашвили продублировал и на странице в соцсети. Просьбу прислать подкрепление он мотивировал тем, что в Одессе сложилась ситуация, грозящая ни много ни мало распадом страны. В частности, в ночь на вторник неизвестные напали на палаточный лагерь возле здания горсовета, где находились митингующие за отставку мэра. При этом в украинском МВД заявляли, что никакого усиления в Одессе не требуется. Цитата: «Нацгвардия и полиция не должны заниматься какими-то политическими разборками». Кстати, этим утром министерство вновь поспешило опровергнуть слова Саакашвили, заявив, что ни о каком распоряжении Порошенко ввести нацгвардию не знают.